Всем привет! Сегодня я решил добить все-таки 40-го Некроса. 39-го мы получили с базара на рынке. Самого дешевого, наверное, многие его купили. Он был всего 4 пака. Сегодня я хочу открыть 1000 сундуков. Ну, не 1999, такое у нас ограничение, с которых можно выловить Некроса. Это донатные сундуки. И также мы разыграем акцию на большой пак самоцветов, о которой я расскажу в конце. Так, чтобы все понимали, почему именно 40-й Некрос. У меня в алтаре их 5. Первого я эволюционировал за кигашки, то есть я потратил всего одну карту. Все следующие 4 были эволюционированы за карты, то есть здесь 21 Некрос. Плюс у нас на складе картами уже 7, 28. Ну и осколками мы будем добивать больше 2, я надеюсь, больше 2400 штук. Так. Ну что, поехали, смотрим. Вот они. Мифический сундук осколков. Максимум можем их иметь 999. Так. Что у нас падает? Призрачный всадник, малышник, хранитель. Блин, забыл, как ее, честно говоря. Сердцеедка, вот. Очень редко использую. Так, Анубис, Ронин, Стрелок, Рино, Тесса, Некрос, Ворожей и Фрэнки. Так, ну, как видите, здесь падает по 3 осколочка. В этих же обычных сундуках, которые там нам дают за ежедневку и тоже за донат, от 3 до 5. Ну, здесь обычные герои падают. Тыковка, там, Снеговик ненужный, Купидончик, Рес, Влад Дракула, Артешка. Ну, как-то так себе. Череп. Ну, есть интересные герои, конечно. Но это очень долго надо будет копить. Ну, мы потестируем, сделаем тест, сколько всего же нам надо будет этих героев. Точнее, сундуков, чтобы собрать героев. Так, ну что, поехали. Потом в конце видео я посмотрю приблизительную статистику, что у нас изменилось. Но будем смотреть, наблюдать за Некросами. Так, поехали. По 10. Ни одного. Ну, остальные неплохо сыпят. Анубисы, Тессы, Рино. Так, один осколок есть. Два. Плохо падает. Анубисы очень хорошо падают. Четыре осколка собрали. Три. Семь. Неплохо.
8. Ну давай, нам надо там около 30. 9.11. Так, всего 11 осколков. Сколько мы сундуков открыли уже? 200-300. С 311, в принципе, должны, если повезет. Тринадцать осколков. Половину собрали. 16. Ну давай, давай. Рандом. Пять штук. Охренеть. 20. А ну-ка я еще раз пересмотрю. Максимум 3 падает. Это, наверное, 3 с одного сундука или как? Что-то не могу. Да, скорее всего. Ну, 20 уже собрали. Думаю, без проблем соберем. Двадцать один. Двадцать два. Двадцать три. Двадцать пять. Хорош, хорош. Двадцать семь. 30. Вот мы 30 осколков собрали. Чуть-чуть меньше, больше половины открыли. Так, 30 осколков, смотрим. Да, есть даже больше собрали уже. Вот с 40-го некроса собрали осколочками, побежали дальше открывать. Так, 30 осколков у нас есть. Тридцать три. Тридцать шесть. Тридцать семь. Неплохо сыпать начало. Тридцать девять. Сорок один.
42. Сорок три. Интересно, 50 добьем. Сорок пять. 46, 47, 48, еще 2. Ну давай. Наверное, остальных героев мы там уже собрали. 51. Это уже интересно. Пятьдесят два. 53, 54. Ну, что, идем на 60? Не, не идем. 55. Что мы имеем? 55 осколков. Некроса мы собрали. Так, сейчас. Да, неплохо, неплохо. В итоге нам надо приблизительно открыть 4000, ну плюс-минус 4000 вот таких вот сундуков, чтобы собрать его осколками. Это я вам скажу, ни много ни мало. Я только 2000 за все время накопил, то есть это только половина. Я представляю, ну это нереально вообще такие сундуки собрать, потому что они в основном донатные идут. Но для статистики чисто, конечно, дороговато сундуками собирать. Но это как дополнительный накрас, возможен там, не знаю, в будущем для кого-то. Так, теперь про условия акции. Под этим видео вы должны оставить комментарий с тем, сколько в следующем видео, то есть я буду снимать следующее открытие видео, залью его где-то числа 8-10 на канал. Я буду открывать вот эти сундуки обычные осколков, и вы должны указать, сколько нам упадет с этих сундуков черепов, то есть число, именно число осколков, сколько выпадет с 999 сундуков черепов. Вы должны будете указать именно под этим видео, а в следующем видео, когда я его выложу, мы уже посмотрим, кто получит приз. Приз будет большой пак самоцветов, думаю, тут ничего для вас сложного не будет, поэтому условия, в принципе, простые, чисто удача. Что вы должны будете обязаны сделать? Оставить комментарий с количеством черепов, также оставить свои контакты, как с вами связаться, и поставить лайк. То есть, в принципе, три. Комментарий оставить, оставить количество, оставить как связаться и поставить лайк. Все, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как вам такие вот рубрики, не знаю, я решил все-таки некоторые итемы копить, потому что у меня их очень много, и открывать там на видос, думаю, для всех это будет интересно. Все, всем по Некросу с бесплатки, всем пока.